Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики нашего канала. Меня зовут Галина. И сегодня мы поговорим о виде на жительство в Болгарии для пенсионеров. Болгария относится к числу самых благоприятных стран Европейского Союза для проживания людей преклонного возраста. Богатство природных условий в сочетании с прекрасной экологией становится решающим фактором при выборе пенсионерами из России и стран СНГ будущего места проживания. Иностранные пенсионеры болгарского происхождения с легкостью могут оформить гражданство Болгарии по ускоренной процедуре. Те, кому повезло чуточку менее, используют значительное преимущество болгарского законодательства и оформляют вид на жительство в Болгарии для пенсионеров. Согласно закону об иностранцах в Республике Болгарии, пенсионное право и финансовая независимость служат основанием упрощенной выдачи иностранному гражданину разрешения на продолжительное пребывание, то есть ВНЖ в Болгарии. При этом причина выхода на пенсию не имеет значения. Стали вы пенсионером по возрасту, выслуге лет, инвалидности или другому основанию, у вас есть законное право оформить вид на жительство в Болгарии. Необходимые требования. Для получения вида на жительство в Болгарии пенсионеру необходимо иметь на счету в Банке Болгарии сумму, равную 12 минимальных заработных плат Болгарии. Также пенсионер должен быть обеспечен жильем. Это может быть собственное жилье или арендованное. Вам нужно будет обязательно проживать в стране. Заявление на ПМЖ и разрешение на долговременное пребывание подается через 5 лет после первого заявления на вид на жительство, а в дальнейшем и гражданство Болгарии. Также вам необходимо будет ежегодно продлевать вид на жительство. Документы на продление подаются не позже, чем за полмесяца до даты, обозначенной в карточке ВНЖ как валидность. Имея вид на жительство в Болгарии, вы можете въезжать и выезжать из страны неограниченное количество раз, при этом не оформляя визы. Что еще дает вид на жительство в Болгарии для пенсионеров? Вы можете приглашать гостей из-за рубежа. Вы можете оформлять шенгенскую визу в консульствах стран, находящихся в Болгарии. Также вы можете посещать безвизово Кипр, Румынию и Хорватию. Здесь я хочу заметить, что Болгария не является страной-участницей Шенгенского соглашения. Вид на жительство в Болгарии сделает вашу жизнь на пенсии очень комфортной. Вы сможете проживать в экологически чистом государстве, оформлять приглашение в Болгарию друзьям и родственникам, пользоваться качественными медицинскими услугами, получать достойную пенсию, приобрести в дальнейшем статус гражданина Болгарии и Евросоюза. И так как это сложный иммиграционный процесс, то мы же советуем обращаться к профессионалам. Наша компания готова предоставить юридическое и консультационное сопровождение всей процедуры оформления вида на жительство в Болгарии для пенсионеров. На этом у меня все. Надеюсь, информация была для вас полезной. Если у вас остались какие-то вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо за внимание.